Настоящие гуляния по поводу 520-летия Ивангорода проходили в парковой зоне Парусинки на территории бывшей старинной усадьбы барона Штиглица. Организаторы позаботились о развлечениях и забавах для жителей и гостей, а торжествующий народ, в свою очередь, не скупился на эмоции и хорошее настроение. Под зелеными дубами в солнечный праздничный день каждый гость мог проявить свой талант. Ребятня, набегавшись и нарезевшись на детских аттракционах, отдыхала творчески. Кто-то пытался создать красочный шедевр уже на готовых фигурках, а кто-то подставлял свое лицо для воплощения полета фантазии художника. Это российский верблюд. Верблюд родился в Москве. Верблюд в Москве родился? Российский. Московский гость, оказалось, не привык к жаре. В этот день корабль пустыни пытался как можно меньше работать и как можно больше отдыхать в тени. Пришедшим же на праздник не мешали веселиться ни палящее солнце, ни жаркая погода. Мне все нравится. Мне нравится, что для детей много. Для людей тоже всего много хватает. Второй год уже здесь. Да, ничего. В микрорайоне в Насово отмечается. Раньше было в крепости, там было лучше. Правда. Нет, даже праздник лучше, чем в крепости. Здесь более свежо, и детям лучше. Вообще нравится именно вот еще парк облагородить бы, более лучше сделать, чтобы с колясками гулять, с маленькими детишками. Очень нравится, народу много собралось. А песни прилично исполняют. Ну и вообще, прекрасная погода. Тщательно, интересно, очень. На Парусинке очень детям интересно, очень. На лошадях покататься и все такое. Взрослым интересно, в тир поиграют. Нравится все. Ну, раньше была в крепости, мне кажется, здесь удачнее гораздо. Хорошо, погода замечательная. Это самый прекрасный город в мире. Пускай все сюда приезжают жить. Вот. И детей вон, пускай выращивают. Пускай тоже разрастается город потихоньку. Не только ж Москва должна быть окружена кольцами. Пускай Ивангород тоже 10-15 колец будет. В самом прекрасном городе мира до позднего вечера звучала музыка, работали аттракционы, проходила праздничная программа. Народ прибывал с каждым часом, веселье выходило на новый уровень. До завершающего аккорда фантастического салюта над рекой Нарова оставалось все меньше времени. Валентин Соколов, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.